Глаза. Пришла в магазин, а там одни взгляды и ни одних глаз. Взгляды стоят ровными рядами на полочках разных цветов, подписаны, а те, которые невнятные, неизвестно чьи, насыпью лежат в большой металлической корзине. Есть и совсем плохенькие, те, которые подверглись оценке. Они потеряли свой цвет, дают лишь блеклое, почти слепое пятно с большими диоптриями. Никто не хочет брать. А зря, ведь такой взгляд дает почти полную свободу тебе. Это вообще только намек на взгляд, на чье-то присутствие. А жизнь уже завертелась, закружилась разноцветными вертушками. Вот ты уже не один, а всего-то заплатил какую-то мелочь. Идешь такой счастливый почти, а на выходе жалобно мяучит котенок. Ты схватил его на ручки, прижал к груди, заглянул в его глаза и побежал домой быстрее, чтобы накормить. И только потом вспомнил, что свой счастливый взгляд ты оставил магазину. Зачем он мне, если у меня теперь есть эти прекрасные глаза, которые смотрят на меня, а я на них? Глаза.